Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Сегодня с вами протестируем карту памяти, ориентированную и адаптированную под эксплуатацию в видеорегистраторах и системах видеонаблюдения. Эта серия Toshiba X-серия M33E. Она уже доступна в российских магазинах. Изучаем, например, версию объемом 64 гигабайта, стоит 2000 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Вместе с картой памяти покупатель получает адаптер под SD-формат. В этой серии доступны накопители объемом 32, 64, 128 гигабайт. Все они соответствуют стандартам V30 и U3. Все это позволяет рассматривать Toshiba X-серия M33 под видеорегистраторы и записывающие устройства с высоким битрейтом. Окрашен корпус карты памяти в белоснежный цвет. По центру на красном фоне нанесено название серии ниже объем накопителя. На внутренней стороне контактной группы серийный номер модели. Но что еще позволяет рекомендовать ее под использование в видеорегистраторах? Это заявленный ресурс 3000 часов беспрерывной записи видео на накопитель. Сейчас вы видите данные, полученные в ходе тестов. Напомню, что по ссылке находится текст и обзор. Там можно сравнить эту карту памяти с протестированными ранее решениями. Всем спасибо за внимание. На тестах у нас была Toshiba X-серия M303. Напомню, на нее предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание. Всем спасибо за внимание и пока-пока.